Он был королем сцены, его обожала публика, о нем помнит и сейчас. В Челябинске прошел концерт в честь Муслима Магомаева. Для этого приехали лучшие баритоны страны, вокалисты Большого театра. Они не похожи на Магомаева ни внешностью, ни голосом. Организаторы и не ставили перед собой задачи найти двойников великого исполнителя. Говорят, это невозможно, да и не нужно. Солисты проекта с этим согласны. Мы не стараемся копировать именно то, что делал Магомаев. Потом Магомаев всю жизнь пел в микрофоне. Микрофон меняет тембр голоса. И поэтому без микрофона нельзя даже в случае большого желания подражать то, что давал Магомаев. Мы поем вживую, без микрофона. Зато они поют его песни. Муслим Магомаев был известен как оперный и эстрадный певец, поэтому концерт состоит из двух отделений – классики и эстрады. По словам организаторов, найти исполнителей, которые одинаково хорошо поют в разных жанрах, непросто. Все они вышли на сцену Челябинской филармонии. Его репертуар – это тоже такая жемчужина, потому что мало исполнителей, на самом деле, которые могут сочетать в себе и достойное оперное исполнение, и достойное исполнение эстрады. Муслим Магомаев ушел со сцены в 40 лет. Хотел, чтобы его запомнили молодым и поющим. 4 года назад певца не стало. Но его имя до сих пор привлекает внимание публики. Концерты в честь именитого исполнителя собирают аншлаги. Зрители приходят послушать то, что когда-то исполнял лучший голос страны.